Добрый день, это Андрей Шалыгин, National Explorer, и мы с вами в новом сезоне 2018 начинаем новую серию роликов по боухантингу, по охоте с луком. Значит, отвечая на многочисленнейшие вопросы, поступающие через форму Ютуба и через электронную почту там и через социальные сети ко мне о том, почему вы пропали, там долго так не снимаете, мы ждем, там все такое прочее, смотреть нечего и все такое, в общем, дальше. Типа того, что вы самый лучший, там, да, смотреть некого. Ну, во-первых, спасибо, что пишете, спасибо, что нравится. В общем, рад, если кому-то чем-то мои ролики помогли. Вот. Но, собственно говоря, зимой снимать не особо хочется. Почему вообще, в принципе, я снимаю там, да, в отличие от всех других? Это просто мое хобби. Средств у меня достаточно, я могу себе позволить вообще нигде не работать, ничего не делать, и денег-то у меня достаточно. Вот. Все остальные, к сожалению, на этом деньги зарабатывают. Вот. Это во-первых. Во-вторых, ну а мне просто так за здорово живешь, тоже там по зиме таскаться, что-то снимать, там, да, не особо хочется. Вот. Все, что можно было показать с точки зрения там каких-то секретов особых, я уже давным-давно показал там, да, вот, у нас, к сожалению, там большая часть так называемой арчери-тусовки, это конченые уебаны, блин, и спортсмены, что, в общем, равнозначно, вот, поэтому всегда получается такая история, да, в которой они всегда обсираются, Шалыгин снимает там, да, как он стреляет там на 120, на 130 и на 150 метров, да, и попадает при этом практически всегда в середину кубика 40 на 40 или в надутый воздушный шарик. Вот, ну а там говносрач, когда понимает, что уже обосрался, и сначала поржали, что он говорит, что он стреляет на 100, а потом, когда посмотрели, значит, и обосрались, да, то, соответственно, они начинают рассуждать там об этической стороне охоты на такие расстояния. Этическая, блядь, охота, во-первых, за вами вообще не числится, как и какая-либо охота, блин, да. Вот. Кроме того, если Мэтт Штуцман стреляет там почти на 300 метров ногами там, да, из стандартного хайта, трижды попадает в зачетное поле, и этот рекорд зафиксирован книгой рекорда Гиннесса, то там всякие дендроуебаны, они после этого еще и Мэтта Штуцмана оборжали, потому что сами-то ничего не могут. Вот. Потом, когда Шалыгин показывает, что обычный стандартный БР на 62,5 фунта может стрелять со скоростью 400 FPF, начинается новая серия ржачки. А потом, когда Шалыгин там в нескольких роликах показывает, как это достигается, все, блин, умные признают, что да, блин, вот, собственно говоря, выжать 400 оттуда можно, ну, так же, как из арбалетов там выжимают из стандартных, те, которые на 380, на них и 450, в общем-то, выжимают запросто, и все это прекрасно знают, там, да, неоднократно показывали, вот, в том числе обычный тактик, там, да, вот. Тоже обосрались. В следующий раз, когда Шалыгин рассказывает, что можно стрелять из блочника, ну, скажем так, в кавычках, за угол, да, ну, ниже поля зрения, там, за сугроб или за препятствие, огибать стволы деревьев, там, да, ну, по крайней мере, из блочника, там, на мои рабочие дистанции, ну, метр-полтора можно выжить, там, да, и обойти какую-то ветку, ну, и, естественно, все это преимущественно
в сторону уклонения стрелы с повышенной мягкостью, там, да, вот, потому что, ну, жесткая она летит более-менее прямо, ну и плюс включается там влияние Archery Paradox за счет того, что стрела идет на самом деле валаном, да, чего вообще никто из спортсменов даже не знает, у них ни в одной книжке про это не написано, да, они вот эти вот стрелы с искривленным оперением, все говорят, что она летит кучнее, она не летит кучнее, блядь, и разницы в полете стрелы, блядь, с одной тычной стрейтнеса и тремя там тычными никакой вообще нет, блин, а вот это закрученное оперение, оно нивелирует погрешности поклейки обычного прямого оперения. Если прямое оперение поклеено идеально, идеально летит обычная стрела с прямым оперением. Она закрученная, оно все погрешности нивелирует, потому что стрела успевает сделать несколько оборотов и, уклоняясь во все, то в эту сторону, то в эту сторону, она в конце концов приходит в среднестатистическое место. Ничего она не стабилизируется. Она просто рыскает, блин, да? Вот. Поэтому, конечно, да, при уёбищной наклейке оперения, блин, стрела с закрученным полетит в стандартных стрелах в среднестатистически кучнее, вот, потому что за счет вращения у нее неравномерность поклейки будет уклонять сначала в одну, потом в другую, потом в одну, потом в другую, и в конце концов она придет в среднестатистическое усредненное место цели. Это не стабилизируется, это просто позволяет этим, блядь, погрешностям, блядь, взаимно компенсироваться, блин. А если оперение поклеено прямо, то обычная прямая стрела летит, блин, лучше, чем эти вращающиеся. Ну и к тому же у нее скорость-то повыше будет за счет того, что она не вращается и завихрения этого потока нет. Вот, то есть они здесь обосрались со своими там, блядь, X10-ми там и прочим, там стрела, блядь, за 5000, блядь, вся эта хуйня друг другу продают, блин, да, один лох другого лоха обувает, блин, да, ввозя все это по цене в 5 раз меньше и рассказывают друг другу там сказки. А стрела обычная, не вращающаяся, она за счет естественной нутации, вот, о чем я показывал в роликах, она в состоянии огибать препятствия. Там дебилы всякие там периодически там ржут над этим, но тут вот, блядь, Андерсон, блядь, показывает, как он, блядь, вообще стреляет из рекурва, блин, криво-криво, блин, огибая банки людей там, да, и делая чуть ли не двойную змейку, блядь, и все-то языки в жопы-то засовывают, да, им вот с первого раза в России недостаточно, они думают, что они что-то из себя там вообще, блядь, микроскопическое хотя бы в арчере представляют, но на самом деле говно-говно. Так вот вопрос, зачем мне вот все это снимать и показывать там, да, что потом 100 раз подтверждается, блин, да, ну, для того, чтобы вызывать там среди быдла там это самое гы-гы-гы, которые потом они обтекают и по новой на гы-гы на другим, блин, а то, что они 154 раза уже обосрались во всех вот моих показанных роликах, показываю что-то неординарное, блядь, хуякся, гы-гы, а потом, блядь, со временем, о-о-о-о, блядь, и уже там это самое, и начинают отмазки придумывать. Думать, блядь, неэтично стрелять далеко, блин, там, за угол стрелять неэффективно, лучше там сменить позицию, там, скорость падает. Хуевому танцору яйца мешают. Из вас лучники, как из говна пуля, блин. Вопрос, зачем мне дуракам давать знания там, да? Ну, умные люди ко мне, когда обращаются, я, естественно, их консультирую. Ну, кроме того, вот вопрос, как бы, что смотреть-то совсем некого, ну, тоже неправда, прям так скажем. Ну, вот, допустим, ролики питерского там, ну, какой он питерский, ну, сейчас питерский, да, но у него там и в Москве квартира, и машина есть, все. Сергей Олегович, да, его можно смотреть, только у него есть какая-то глобальная какая-то ошибка вот презентационного плана, да, вот, то есть у него и группы ВКонтакте есть, и сам он канал в Ютубе ведет, много снимает там, да, и где-то даже там тусуется там периодически, вот, да, хотя он прекрасно сам понимает, что, ну, тусоваться-то не с кем, там говно говном одно. Вот. Вот его смотреть нужно. Но у него есть стратегическая такая ошибка. Он почему-то, вот когда с ним вот так вот разговариваешь вживую, да, он говорит очень умные вещи, очень правильные, достаточно быстро и понятно. А когда он вот как бы ролики снимает, у него, блядь, хуй его знает, пуля в голову попадает. И он начинает изъясняться, блин, вот
как-то казуистически, блин, и какие-то отъезды у него, все вот на публику такие там ля-ля-ля. И в итоге, блин, он говорит-то какую-то умную вещь, но он ее вот так вот это самое, блин, заворачивает в словеса, что в конце концов, в общем-то, многие ее не улавливают, да, и он почему-то рассказывает очень мало из того, что он говорит на самом деле. То есть, да, когда с ним просто о чем-то беседуешь, ну, он может там вот в течение 5 минут там 10-15 очень умных мыслей сказать, да, которые вот как бы неочевидны, да, и с ними соглашаешься, да, ну, потому что есть для этого определенная как бы база знаний, аргументации и все такое прочее, и у человека огромная практика там, да. Вот, и на самом деле он очень много охотится и добыл, в общем-то, достаточное там количество там животинки с луком, чтобы называться полноценным буухантером, да. Вот, я бы даже сказал, что вот несмотря на то, что вот Саш Курашев там снимает уже как бы не первый год, вот, и к моменту, как начал снимать Сергей Олегович, вот за Олеговичем там не было каких-либо трофеев. А вот буквально там за год-два там Олегович настрелял хуевую гору нормальных животинок, сходил на охоту достаточное количество раз. Вот, и он-то уже там по результативности Курашева-то давно сделал. Но он почему-то этого ничего не показывает и так далее, все подобное. Ну, не знаю, может, потому что умный, вот, да, в связи с этим, чтобы не палиться там, да, особо. Вот. Но на самом деле человек-то, в общем, не просто фа-фа-ля-ля, вот, а на 80 метров он там в кулак стреляет, вот, да. Вот. Поэтому чего, есть кого смотреть на самом деле, да, вот, есть на кого ссылаться. Вот. Но я, в принципе, так основные какие-то большие, крупные вещи уже показал и по скорости, и по дальности, и, собственно говоря, по качеству там товаров там, да, то есть я вот за эти там последние там 5-8 лет охватил, в принципе, все вопросы. Если на мои ролики там посмотреть назад, то можно найти вопросы вообще на все, вот это самое, ответы на все вообще вопросы, включая там устройство там кастомных стрел с пенетраторами и все такое прочее там, да. Вот. Дальше чего-то там снимать, ну, нет смысла, потому что это могут понять там только такие люди там, ну, которых может там в России, ну, 10-15 там, да. А что ролики для них снимать, если можно, в общем, с ними и так поговорить там, да? Вы их не найдете ни на каких там говностранских, там, деревенских 3D-арчере, всероссийских соревнований. В деревне Гадюкино 15 человек друг другу, блядь, медальки дают. Всероссийские, блядь, соревнования. Вот. Никакого статуса вообще у них нет. Клоуны клоунами. Вот. Поэтому-то смысла особого нет. С точки зрения рекламировать какой-то товар, вы знаете, вот у меня как бы продается все, что я хочу продать со скоростью ветра там, да. А так как это не является моим каким-то там бизнесом, там, который дает мне там какие-то основные деньги, то какой бы смысл? Поэтому вот все, что люди там показывают, обзоры и все остальное, это они показывают то, что они собираются вам втюхать там, да? Особого смысла-то, в общем, в этом нет. Ну, чисто вот, допустим, по БР Арчери я вам хочу сказать, что лучше лук, чем Метев 2013 года, они не сделали, да, сегодняшняя Кума — это лук более комфортный, но я бы не сказал, что он там охрененно лучше. С точки зрения Мэтьюсов там, ну вот я жене там Халан 32 купил там, да, а все остальное, что вот сейчас вот они выпустили, это то же самое, вид сбоку. С точки зрения Боутеха, то они, достаточно налажавшись на карбон кнайтах там, да, и всем остальном прочем, да, и пауэршифтах там, и всякое остальное прочее, вот, там в серию выпускали это РПМ-360 вид сбоку, блин, да, 10-й раз там, да, вот. Ну, вот сейчас последние луки там выбрали основные косяки. Ну, вроде ничего, какие-то луки пошли там, да, ну, после 10-го раза попадания в жопу.
ПСЕ, там, да, вот этих вот всяких карбонайров и всего прочего, там вообще ничего не выпускало стоящего там, да, это были не луки, это были, блин, кривые какие-то, блядь, великие луки, блин, да, вот, с точки зрения сельского гадюшника. Вот, ну, последние ПСЕшки, если вы получали столько, сколько в Америке и платили там столько же, сколько они платят за эти луки, то, может быть, в качестве там какого-нибудь бюджетного на уровне, как это в России интерлупер, да, вот, можно было бы их в Америке покупать. В России это покупать смысла никакого нет, потому что, вот, не в атаку пойти, не в плен сдаться, да, собственно говоря, с ним, вот. Хайты крупно налажали в последние несколько линеек. В моих глазах авторитет Хойта существенно упал. При этом сказать на сегодня, что Хойт там безусловный лидер, я, например, не могу. Вот, значит, достаточно там намучившись несколькими последними хайтовскими топами, там, да, я могу сказать, что это луки достаточно капризные, что их должен настраивать очень умный человек, который в этом шарит, и не просто шарит, а, собственно говоря, очень-очень тщательно разбирается в особенностях работы блочной системы этих луков, да, она у них не совсем-то классная, вот, там каждому блоку своя настройка индивидуальная требуется, все это вместе с этими, блин, зеро-толерансами, там, блин, отводителями постоянно уплывает, и суть настройки хайта сводится к тому, что мы начинаем ловить, блин, 5 разных точек, находя среднее оптимальное, чтобы это все компенсировать, и потом это доводим полкой и прицелом, то есть вот как бы можно сделать из Хойта настроенную там суперточную машину, но поебаться нужно-то ай да ну. Вопрос стоит в том, а зачем? Вопрос стоит, а зачем? И вот ответа на этот вопрос не всегда-то есть. Вот. Поэтому тоже как бы сейчас говорить, что Хойт самый лучший лук, я такого не скажу. Вот. Пиарить там какие-то обсессанные элиты там или еще что-то, у них столько проблем у этих луков, да, что так же, как Хойт, только в идеально настроенном состоянии, немножко пострелять, они, в общем, годятся. Сказать это тоже, что это какие-то топы, я тоже не могу. Ну и поэтому их продажи в мире-то, в общем-то, никуда не двигаются, да. При этом тенденция в лучно-арбалетном деле, она такова, что скоро вообще все луки и арбалеты будут продавать там 3 крупных владельца, у которых будет большое число фирм, блин, собранных по принципу, что я все это купил, блин, чтобы оно работало только на меня и все, а там внутри хрен, веник и ведро, вот, и мы, соответственно, вот, допустим, если покупаем Мэтьюс, ну не дай бог на него купить обвес Мэтьюс, да, это говнище, да, то есть туда можно поставить только HHA и оптимайзер какой-нибудь там, да, или еще что-нибудь, это будет соответствовать луку. Если вы купили там, собственно говоря, Хойт, вот, то вам нужно там какой-нибудь спотхок там, да, для того, чтобы фазер какой-нибудь, чтобы по уровню соответствовало друг другу. Ну и, соответственно, там, если вы покупаете БУТЭХ, то у вас там обвес должен быть там какой-нибудь, ну, либо тот, но это все не особо как друг другу соответствует, ну, какие-нибудь там IQ-ретины там или еще что-нибудь такое, вот, да, чтобы из-под выпердверток была какая-нибудь там неочевидная нереальность, да, чтобы это были понты вот уж до конца. Если уж полезли в понты бесполезные, то давайте это самое и обвешивать тоже бесполезными понтами. Вот. Единственное, кто соответствует в принципе друг другу, это Бэр и Трофи Ридж там, да. Вот. Ну, наверное, так.
все это рекламировать, а какой смысл, если никто это толком в России не продает там, да, и продавать не будет. Ситуация в арчере, она такова, что она будет только ухудшаться, продавцов все меньше, товаров все меньше, цены все больше, санкции, курсы валют, бессмысленность этой покупки. Ну, я, допустим, за сборку блочника там вот индивидуального, кастомного, ну, меньше, чем за 250 тысяч просто не возьмусь, потому что нахер мне этот геморрой за такие козлячьи деньги. Вот. Поэтому я периодически там продаю какие-то вещи для выживания в основном там, да. То есть простые, достаточно доступные и высокоэффективные там, да. Вот. Поэтому вот у меня представлена усилена большая линейка там луков для выживания разного рода. Складные мобильные луки, которые можно засунуть в рюкзак, положить в машину, всегда быстро разложить, провести через границу, не анонсируя, что это лук, и, в общем-то, всегда приметь себе не оружие в виде неоружия. С точки зрения стрел, следует сказать, что на самом деле это мифы и легенды, блин, все, что там спортсмены пропагандонят, показывают, там, рассказывают, рекламируют и продают. Ну, начнем с того, что лингбоевские стрелы, которые большинство продает там, вот, под всякими псевдонаименованиями, там, как и луки Bowmaster, да, фирмы, которые не существуют. Генеральный директор того, что не существует, этих харчевников, блин, да, он не имеет регистрации ни бренда, ни логотипа, ни юрлица, блин, да, это лохотрон. То есть вы покупаете товар, за которым даже товарно-кассовый чек, если он таковой вам будет дан, то он будет от какой-нибудь его фирмы там Лидер, там Вымпел, Выстрел, блять, или еще какая-нибудь хуйня там, да, у него там 4 конторы, блять. Вот. Никакой такой фирмы никогда не существовало, это просто он под западный бренд косит, блин, который имеет регистрацию. Но так как он микроб, то, естественно, никто с ним за это судиться не будет. Вот. А, собственно говоря, ну, лоха развели, а мусорка тоже не будет разбираться, потому что нынче времена такие, люди столько воруют, что мелкого жулика никто зацеплять не будет, меньше 60 миллионов там, да, никто дела не рассматривает там, да, вот, если это не Путин сказал, вот. А по стрелам вот эти все это X10, ну, кому делать нехуй, тот яйца лижет, и все остальные прочие, можете покупать там, да, если вы там это самое, какой-нибудь чемпион чемпионов, но у нас сегодня чемпионы такие, что их там московские и области, блин, там и все, вот, и призеры российских, их из продаванов, блин, обычные продавцы выпнули из магазинов Интерлопер, они теперь по бомжатникам шарятся, в алюминиевом сарае там, блин, это самое, около кольчуги отираются, блин, тоже в тусовке из 15 человек, блин, настройка лука 2000 за 3 выстрела, вот, это все карманники, блин, вот, если там кто-то ездит куда-то на олимпийские, скажем так, старты, то вот, ну чего, вот девочки только наши там из национальных меньшинств имеют какие-то существенные успехи, все остальное там это жирные тетки, уже давно вышедшие в тираж там, да, вот, они могут, конечно, там татуировки там Вене Видевицин, блин, на руке шлепать там, да, это все для понта делается, это просто вот как бы так же, как в любой там это самое, так называемая светская львица Бажена Рынска. Вот такая же хуйня, как Ксения Собчак. Вот эта вся тусовка, только они размером еще помельче, блин, да, вот это самое. Раньше шлюхой называлась, сейчас светская львица, блин. Вот и все остальное то же самое. Естественно, им нужен там соответствующий прикидон. И вам гоняться вот за прикидоном бессмысленным и бесполезным, нет никакого особого, в общем-то, логического смысла в этом мероприятии. А чтобы добиться тех же самых результатов, которые там стрелы дают по 5, по 7 тысяч, которые продаются, да,
Вот, можно просто найти на обычной стреле, неважно какая она будет, 1-тысячная, 3-тысячных там, да, или даже 5-тысячных, неважно. У нее просто найти надо так называемый позвоночник, да, то есть цилиндр карбоновый делается все равно несимметричным. Он все равно с одной стороны стенки толще. Соответственно, центр тяжести у этого цилиндрика находится в определенном месте. Если заткнуть оба конца стрелы там пластилинчиком или скотчиком, там, да, то и положить ее в воду, она этим местом установится вниз. Вот это и есть ее позвоночник. И дальше надо оперение наклеивать относительно этого позвоночника, чтобы она в полете потом не вращалась, занимая позвоночником, в общем-то, положение вниз. Вот. Если вы нашли позвоночник, то в зависимости от вида полки вам нужно так и наклеить оперение, да? Соответственно, если у вас полка рагулечная, да, то у вас два должно быть оперения вверх, чтобы рагулька быстрее их пропустила. Вот. Меньшая скорость срабатывания рагулечной полки требуется для этого. Вот, и в раньше, более ранней фазе она пропустит оперение, не цепляясь за него. Вот, во-первых. Во-вторых, многие луки так сделаны. Вот, в-третьих, расстояние до стенки, чтобы центршот обеспечить, тоже самое будет меньше. Ну, если у вас вискер-бисквит стоит, то так клеить перья нельзя, потому что одно из перьев окажется как раз в вырезе в левом верхнем вискер-бисквита, и это существенно изменит баланс торможения перьев при выходе из этой полки за счет того, что одно перо, попадающее в вырез ворсы, оно, соответственно, тормозиться не будет, а два других затормозятся, и у вас стрела, соответственно, рысканет вправо-вниз. Да? Для того, чтобы они тормозились одновременно, надо два пера относительно позвоночника на находящегося внизу клеить вниз, одно вверх, чтобы все три пера проходили именно через ворсу, а не через дырку, и притормаживались одновременно, да? Вот, собственно говоря, вся премудрость, все эти поклейки вот кривого оперения, там на какой угол, там сколько клеить и как часто вращать, они просто как раз именно вот приводят к компенсации и погрешности стрейтнеса, там 1-3 тысячных, там, да, и плюс компенсации позвоночника, чтобы стрела вращалась, и вот все эти его уклонения, они, в общем-то, приводили к тому, что в конце концов стрела вот так вот попадала куда-то уже в середину. Но она все равно рыскает, и это без разницы. И если вы нашли позвоночник и относительно его правильно поклеили оперение, то ваша стрела-то будет лететь и быстрее, и точнее, да, даже если она десятикратно дешевле. Вот. Но это все как бы, понимаете, касается разговора вот эти все продукции, там VIP-класса, которая стоит очень-очень дорого там, да. Вот, у нас покупателей таких, ну, достаточно, но их мало по отношению ко всей тусовке там, да. Я их всех там, в принципе, знаю лично там, да. Большинство из них ко мне постоянно обращаются либо за помощью, либо за какими-то вещами, вот, либо за консультацией, либо на охоту, вот. И поэтому мне для этого там интернет-то вообще нахрен не всрался, вот, кроме электронной почты там, да, по которой они мне там пишут. Вот, и где можно найти там мои координаты. А с точки зрения вообще массе что-то показывать и продавать, ну, надо ориентироваться на продукцию бюджетную. И вот здесь, в принципе, я ориентируюсь в основном на приспособления для выживания. И в том числе, помимо там комплексов выживания, рогаточных комплексов, там еще чего-то там, да, комплектов выживания. Ну, есть люди, которые заказывают их там и на 250, и на 300, там, и даже на 500 000 там, да. Вот, один комплект, там, который вмещается, там, грубо говоря, в 30 килограмм веса, вот, и с ним можно там куда угодно десантироваться и, в общем, себя чувствовать более чем комфортно там, да, в любой обстановке, в любой ситуации. Вот. А обычно у людей-то запросы достаточно скромные, там, да, если люди берут рогаточные комплексы, то они там в районе
6,5-7,5 тысяч берут их не задумываясь, да, в районе 8,5, не важно, что там внутри. Просто это какой-то потолок покупательной способности, да. За 8,5 они уже думают, за 10 это уже должен быть человек там достаточно прикинутый, там, да? За 15 этот человек обязательно приезжает на вполне приличной собственной машине, там, да, то есть вот примерно так. Ну, за счет курса доллара и всего остального прочего наполнение этих комплексов все ниже и ниже, и поэтому на сегодняшний день предлагать там кому-то блочный лук там хотя бы за 40-50, ну, это уже человек 10 раз подумает, да, хотя я вот, например, не думаю там, да, сколько мне там обойдется там вот этот конкретный лук там в комплекте, там, 250 он тысяч мне встанет, там, 300 тысяч, вот мне все равно, ну, большинство таких денег-то, в общем, не имеют там, да, и поэтому хотят что-то достаточно злое, но подешевле, да, поэтому вот сегодня я вам еще раз расскажу про мобильные луки «Воющий волк». «Воющий волк» пользуется, ну, более чем активным спросом. Начинали мы вот с таких, я вам сегодня расскажу, в принципе, чем они отличаются друг от друга. Вот, потому что это все совершенно разные луки. Вот начинали они продаваться вот с таких моделей. То есть здесь вот сквозной фрезеровки нет. Здесь просто для облегчения вот сделаны определенные пазы, но сквозной дырки здесь нету нигде. Вот, и они были камуфлированные, да, ну и соответственно они в виде логотипа имели вот волка, да. При этом это были луки с самыми качественными плечами вообще, чем вот вообще все, которые сейчас до сих пор выпускаются. То вот это плечо, водопленочная здесь окраска, соответственно, вот, они сделаны были из очень хорошего качества, соответственно, лучного фибергласса, значит, который делают на Шанхай Композит. Вот, значит, ну что, этот лук по сравнению с остальными несколько больше весит, и хотя окраска здесь не особо стойкая, но он достаточно грамотно сделан, им, в общем, в принципе, можно там, да, и по башке двинуть, там, да, и хорошо сложить, и, в общем-то, он имеет естественный камуфляж. И эти луки, они, безусловно, всегда выпускались с нормальной тетивой. То есть именно это лучный боустринг, вот как положено там, да, и никаких вопросов к нему никогда не возникало. Вот, ну, сюда, в принципе, можно поставить вискер-бисквит, сюда сверлится болт, бисквит становится вот здесь, ну, немножко выходим из центршота, чтобы оперение в бисквита проходило вот любым образом. Ну, это нужно по-любому, если вы стреляете с гарпунами для боуфишинга, потому что там в конце вот этот бегунок, там все, чтобы это вот за это ничего не задевало и нормально проходило, и в том числе компенсировался Archery Paradox. Если вы стреляете стрелами с натуральным оперением, да, ну, вот можно купить там дешевых китайцев, вот как эти стрелы там, да, можно Eastern Traditional, да, можно вот, собственно говоря, центершот там, да, воспользоваться. Ну, это стрелы сами по себе дорогие. Ну, вот есть еще вот такие вот, как бы, премиальные Китай, ну, они уже там и с хорошим оперением, и с крашенным шафтом, все остальное прочее. Ну, это вот мой собственный комплект. Все это, соответственно, в нормальном колчане, где каждая секция стрел затягивается специальной удавочкой, и они у вас не болтаются, не высыпаются, вот, не гремят, и это все мягко на вас лежит, прижимается к телу, вот, не мешается, и всегда все это сепарировано, и это самое, и плоско к телу прижимается. Вот, ну, это оптимальный выбор, стрелами и колчанами я не торгую. Вот. Потом вот эти вот луки начали делать то же самое, но черные, да, и у них пошла лажа. У них пошла тетива в виде обычной капроновой нитки из обычной капроновой веревки, которую в качестве тетивы, в общем-то, на самом деле всегда китайцы и корейцы в основном-то используют.
Вот. Но постепенно, ввиду спроса, там, может быть, ввиду там моих писем с ебуками, блин, по поводу качества и всего остального прочего, они освоили выпуск этих луков на одной из фирм в достаточно качественном виде, да? И пошли вот такие вот луки, да? А их отличительной особенностью является вот этот вот логотип, который здесь нарисован, да? То есть здесь тот же самый воющий волк, но здесь еще есть адрес сайта самого производителя. Чем они отличаются? Ну, во-первых, ручка стала полностью полукруглой. Во-вторых, лук существенно легче. Ну, в первую очередь за счет того, что он насквозь фрезерованный во всех местах. Здесь это все также полукругленько сделано. Здесь появился штатный посадочное место для стабилизатора, вот, и все такое прочее. Ну и тетива у них пошла, вот, соответственно, вот, как бы по международному стандарту, там, да, BCY, вот, bowstring, вот. Ну, она уже достаточно нормального качества, вот, и не надо заменять, там, да, как я все время делал, там, на предыдущих луках. То есть, в принципе, это лук, вот, уже достаточно качественная. Ну, однако вот изготовление плеч, они занялись этим самостоятельно. Не в Шанхай композиции это заказывают, а, наверное, делают сами там, да. Вот. Ну и к этим плечам иногда возникают вопросы, да. Ну, вот у них шероховатая, вот даже на звук слышна окраска. Вот. Соответственно. Качество плеч, качество рукоятки существенно отличается. В то время как вот здесь вот достаточно все гладкое, вот, и, соответственно, здесь звук совсем другой, да. Вот этих луков на рынке практически не осталось. Сейчас там есть определенный еще запас вот 45-фунтовых. Если вы хотите 60-фунтовый, то это для камуфлированного лука крайняя редкость. Ну, либо это вот как бы только вот черные современные вот эти луки, которые самые лучшие из тех, которые вот сейчас имеются. Еще имеется 3 разновидности. Я про них вообще не говорю, я показываю только то, что действительно проверено и, в общем, имеет практическую ценность. Значит, соответственно, из лука, если вы стреляете, то вы стреляете со штатной полкой. Если вы ставите сюда вискер-бисквит и нивелируете арчери парадокс, то из лука-то можно стрелять в любой позиции с бисквитом. Тогда встает вопрос, а можно ли стрелять с ним высокоточно и ставить сюда прицел там, да, или D-петлю? Ну, вот как бы надо, да, надо. Если вы не стреляете, соответственно, с обычной полкой и стрелами с натуральным оперением, а используете стрелы с пластиковым оперением, либо гарпуны для буфишинга, то логично ставить и бисквит, и D-петлю, и стрелять с релизом, и ставить при этом прицел, да. Поэтому для этих луков лазеро-коллиматорный комплекс на базе Леопольда, вот, или полуоткрытого коллиматора, там за 10 тысяч у меня можете взять, это самые дешевые из прицелов. Вот, прицелы за 15 и за 20 тысяч, там, в которые идут там, комбинированные приборы Мосберг с зеленым лазерным целеуказателем, с уровным фонарем. Вот, их на эти луки ставить нецелесообразно, да, по соотношению цена-качество, да. Вот сюда достаточно, ну, так как дистанция стрельбы, поражение крупного копытного из этого лука, ну, она примерно где-то 40 метров, вот, то, ну, нет смысла ставить какие-то более продвинутые прицелы, если достаточно вполне бюджетного. Вот. Значит, но если вы возомерились там обвесить 60-фунтовый лук, там, стреляя на 50-60 метров, вот, вот такого типа, то, соответственно,
я рекомендую на них ставить вот стандартный обвес для блочного лука, ну, допустим, вот джанксинговский, да. Ну, раньше джанксинг не выпускал своих обвесов, это были тупойнтовские, просто прилагались, потом тупойнтовские, которые выдавались за джанксинговские, и вот, наконец, там джанксинг сам освоил свои аксессуары, и они, в общем-то, стали уже получше, чем тупойнтовские. Вот. Ну, это, соответственно, Джансинг, Линью и Джансинг Арчери, да? Вот. Естественно, можно поставить там, ну, на камуфлированный кивер там, да? Вот, да. На черный кивер там, да? Вот. Ну, есть еще одно приспособление, которое логично приобрести. Это вот специальный стабилизатор для боуфишинга, куда вставляется стандартная спиннинговая катушка. Ну, нет особого смысла покупать специализированную катушку для боуфишинга, потому что набор для боуфишинга в России там самое говно начинается от 7500, а вообще в сером там мазе там какой-нибудь продают там или АМС боуфишинг там и за 15, да, если особенно это большая металлическая катушка там, да. Но достаточно вот этого, потому что сюда встанет любая спиннинговая там за 1500. Ну вот впереди здесь есть дырочка, что вот здесь вот шпилька, и здесь дальше на удлинение можно ставить и дополнительные аксессуары, вот, включая там камеру, там фонарь, там и все остальное прочее, что вот при боуфишинге логично бы иметь, да. Вот, соответственно, это все вкручивается вместо штатного стабилизатора, вот, да. В том случае, если вы начинаете заниматься боуфишингом, либо стреляете по водно-обитающим, да, бобер андатора, нутрия, выдра, там, норка, там, да, и так далее, там, включая сидящую на воде утку, да, ну, чтобы не улетело, бахнул там невозвратник и все, в общем, по-тихому подмотал там, да, и не надо мучиться, потому что из рекурова стрелять по быстролетящей утке, ну, это из блочника можно, а из рекурова достаточно проблематично, вот. Ну вот на мой вытек этот лук дает 66. Если вот до глаза, то 62. Ну, то есть, вот он как бы 60 пишется, но если его вытянуть к уху, то он и 70 даст, да? То есть, на полтос вот этот лук, он кабаната и лося завалит запросто. Вот если особо не дотягивать, то 30. Если вытягиваться к уху, то вот 52. Ну, понимаете, да, вот 30, там 40, грубо говоря, и на полном вытяге 52, и тот 66, ну, у кого чуть побольше, то 70, да. Вот.
То есть вот это вот все разговоры о том, что там это на 45 фунтов, тот на 60 фунтов, они весьма приблизительны, потому что вот в зависимости от того, как вы стреляете, как нормальный боухантер, да, вот когда держите палец здесь там, да, или как вот эти вот дебильные спортсмены, блин, вот, спортсвомены, блин. Вот. До сюда. Тогда и сразу меняется фунтаж, да? Ну вот, соответственно, у черного мы видим, что он меняется уже в границах разрешенного там, да? То есть, если спереди здесь где-то там у него 62 и будет, то вот где-то вот за ухо это уже 70. Ну, потому что это фактически лонгбоу, да? Рекурсивности плеч никаких нет, рычаг в конце утиллера не включается. Соответственно, вы при прицеливании держите весь фунтаж на руках. Так. Горбатенькие стрелы специально возьму. Хуевому танцору яйца мешают, да? Вот с таким разным оперением, да? Это зимой в снегу, в воде, везде уже 100 раз через сугробы побывало. А, да, что я хотел-то? Да, собственно, если нужен там традиционный лук, там, ну вот 12 слоев, соответственно, здесь достаточно хорошего дерева, плеч под змею. Вы этот лук достаточно хорошо знаете. Здесь бэровская кастомная полка. Два слоя кожи, толстая и сверху тонкая. И неопреновый борт, который позволяет там, в общем-то, стреле лежать вот в таком состоянии даже, да, достаточно спокойно. То есть во все стороны он может уклоняться. Ну, вы слышите, что лук-то позвонче, да? Традиционный китайский лук змея. 15 тысяч буковые тиллеры, обшивка под змею, резиновые амортизаторы. Здесь вот стандартная китайская толстая тетива из капроновых нитей. Вот, соответственно, да, это вот из змеи. Я взял завышение побольше, потому что у него фунтаж поменьше, но, видишь, многовато взял там, да. Вот, ну, это в десятку, ну, а вот здесь
как бы есть такой разброс. Ну, 25 метров, да, то есть мы, соответственно, вот оттуда стреляли. Вот здесь 25 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ну, шаги, может быть, поменьше, чем метры. Вот, ну, здесь замеренное расстояние 25 метров. Вот, ну, 25 тысяч, вот либо такой лук, либо такой, я их наличие у меня на момент вашего обращения не гарантирую. Их разбирают вот постоянно, да? В принципе, из наличия сразу высылаю, если есть наличие, ну, если нет, то, соответственно, предзаказ. Значит, если вы берете кивер комплект полностью с прицелом, стабилизатором, вязкой, пипсайтом, отводителем, там, да, ключами и всем остальным прочим, то вот это вот все вместе, да, плюс стабилизатор для боуфишинга, вот это еще десятка. То есть 35 полностью комплект. Лазер-коллиматорный комплекс простейший для них за 10 тысяч я отдаю. Вот. Это, соответственно, лук 25. Вот. Это 15. Ну, в комплекте к своим лукам стрелы я даю. Вот, соответственно, ну, это отдельный разговор. Следующее видео будет про комплексы выживания.